Всем привет, это четвертая часть, как мы продолжаем делать хэллоуинский макияж. В этой части мы подправим всякие мелочи и добавим кое-что. Итак, для начала мы узнаем, какого цвета будет мой парик. Окей. Карамельно-коричневый, но вот этот, это самый подходящий цвет, который я нашла. О, опять он выпал. Сначала я завязала мои real hair, а теперь мы одеваем рыженький наш паричок. О боже, я реально как псих буду выглядеть. Предлагаю их чуть-чуть расчесать. Боже, мне аж опять захотелось длинные волосы. Пипец, меня тупо не узнать в таком виде. Спасибо этому парику, теперь я еще больше уверена, что никогда в жизни не стригу челку. Ну, именно вот такую. Напишите в комментарии, мне идут длинные волосы. Добавим хайлайтера. Чтоб сиять. Время ресниц. Главное не накосячить. Так... Хочу попробовать накрасить нижнее, точнее, я уже пробую. Надеюсь, это не было ошибкой. Как вам? Короче, я решила прокрасить слизистую. И остались брови. Зачесала. Блин, я совсем забыла переодеться. Ну ничего страшного, с этим я справилась очень быстро. Смотрите, что у меня есть. Как вы думаете, одевать их или нет? Ну давайте. Ну как? Это я сделала намного страшнее. С этими клыками очень сложно разговаривать. Так что так, я надеюсь, вам понравилось. Я делала этот мейкап около 3 часов. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк. Всем пока-пока!